Офис МФЦ «Станица Северская» продолжает свою работу в штатном режиме. Все ведется по предварительной записи, весь прием происходит. Записаться можно на сайте госуслуг или через сайт ЕМФЦ, или через кул-центр. Все телефоны также есть на сайте администрации Краснодарского края и Северского района. Выдача результатов полученных уже услуг можно осуществить без предварительной записи по живой очереди. Также в порядке живой очереди проходит регистрация и подтверждение личности на сайте госуслуг. Для обеспечения безопасности посетителей и работников офиса каждые 2 часа проводится санитарная обработка помещения. При посещении МФЦ у всех посетителей должны быть при себе средства индивидуальной защиты, медицинская маска и перчатки. Также мы просим вас все-таки оставаться дома, только при крайней необходимости обращаться к нам в МФЦ.